Прием, прием, прием. Почему я не слышу вас? Подождите, не начинайте по конференции. Я вас не слышу. Подождите. Не могу настроить звук. Что это такое? Подождите. Не слышу вас. Не слышу, не вижу. Самая распространенная проблема в Zoom — это то, что мы не можем, часто не можем подключить звук на телефоне. Тут начинается конференция, что-то интересное говорят, а мы не можем это услышать. Как раз в этой серии мы разберем это, как подключать Zoom на телефоне. Мы разберем два способа. Первый способ, как это сделать автоматически, то было уже настроено, при любом входе вы бы заходили, и у вас будет уже автоматически звук включаться. И второй способ — это вручную. Когда вы вошли в Zoom, вы можете подключить звук и при ненадобности его отключить. Кто знает, как это делать, ставьте лайк. Кто не знает, если это видео вам окажется полезным, просьба подписаться на мой канал под видео, красная кнопочка подписаться. Если будут какие-то вопросы, замечания, пожелания, пишите в комментариях, обязательно ответим. Первый способ. Заходим в Zoom. И вот видите, сверху у нас, у кого снизу, у кого сверху, вот, ну, смотря какая модель телефона. У меня вот сверху, видите, эту шестереночку нажимаете, настройки. И вот самое первое идет конференция. Нажимаем на конференцию. И вот самое первое, видите, автоматическое подключение к аудиоконференции. У нас она выключена, мы тапаем на него. И вот второе, вызов через интернет. Нажимаем вызов через интернет. Все, нажали, мы подключились автоматически к звуку. Теперь, когда будем заходить в Zoom, он автоматически будет включаться. Вот как это выглядит. Заходим в конференцию. Нажимаем идентификатор конференции, войти, код доступа вводим. И вот у нас автоматически подключено. Видите, тут открыто, везде открыто. Видите, звук у нас есть. Мы подключились к Zoom. Второй способ. Заходим, если мы не хотим, чтобы автоматически включался звук, заходим в конференцию. То есть мы сейчас вручную его поставим. Ставим свой идентификатор конференции, войти. Важно, когда перед тем, как войти, посмотрите, вот видите, параметры входа. Не подключать звук и выключать мое видео. Они должны быть в таком вот положении. Не в таком вот зелененьком, а именно в белом. Вот это обязательно обратите на это внимание. Пароль вводим. И здесь нажимаем вызов через интернет. Видите, вот внизу, в нижнем левом углу, такие наушники, значок, и вызов через интернет. Нажимаем на вызов через интернет. Все, звук включился. Бывает такое, что еще вот этот динамик стоит крестик, то нам иногда не слышно участников. Тоже надо внимательно посмотреть. Чтобы посмотреть, просто тапните по экрану, в любую часть экрана, и вам выскочит этот динамик. Нажали. О, все, включено. Вот мы зашли в конференцию, у нас есть звук вручную. Вручную мы его сделали. Захотели — вышли, чтобы нас не слышно. Мы не будем говорить, да, слово, выключили его. Вот так все просто. Итак, мы узнали, как настраивать звук. Два способа, да, первый способ — это автоматически, и второй способ — это вручную настраивать звук. Я думаю, вам это было полезным. Спасибо за внимание. Всем пока.